В преддверии своего 55-летия известная исполнительница Татьяна Буланова открыла занавес своей удивительной жизни и карьеры. Певица, чьи хиты стали настоящими гимнами для многих, готовится отметить этот знаменательный момент крупными выступлениями в Москве и Санкт-Петербурге. Но за кулисами своего успеха Татьяна делится далеко не только музыкальными подробностями. На съемках документальной киноленты «До слез» и «После». История Булановой для телеканала Муз-ТВ, артистка раскрыла многие секреты своей жизни. Среди них история о том, как в начале карьеры она прибегала к алкоголю для уверенности перед выступлениями. Однако поняв, что такой подход несовместим с профессионализмом, Буланова решила полностью отказаться от спиртного. Однако на пути к успеху Татьяна столкнулась с непредвиденными препятствиями. Представители шоу-бизнеса утверждают, что Алла Пугачева, видя в ней потенциальную конкурентку, умышленно создавала ей трудности. Свидетели рассказывают о случаях, когда Пугачева исключала Буланову из концертных программ и даже обнародовала ее беременность на глазах публики. Тем не менее, сегодня Татьяна Буланова не только продолжает свою творческую деятельность, но и обдумывает возможность стать матерью вновь. Ее чувства и мысли по этому поводу она поделилась во время работы над кинопроектом «До слез». И после. История Булановой, премьера которого запланирована на 10 февраля. Таким образом, жизнь Татьяны Булановой оказывается еще более насыщенной и удивительной, чем мы могли себе представить. Следите за обновлениями, чтобы узнать больше о жизни и карьере этой талантливой артистки.